Здравствуйте, дорогие друзья! Это Анапа. Сегодня 21 ноября 2018 года. Сегодня в Анапе событие. Открытие нового супермаркета «Перекресток», который расположен вот здесь, вот на улице Краснодарской. И мы возле него сейчас находимся, рядом с Наташей. Вот в этом доме. Ну, это знакомое место Горького, Краснодарская. Здесь был Универсам, натянули новый баннер, повесили вывеску, и теперь это Перекресток. Не пресекаете это? Да, снимаю я без всякого стабилизатора. Рука у меня тверда, как всегда. Пока ничто не предвещает, как говорится, ажиотажа. Старая вывеска, центральный универмаг, все как всегда. И вот видно, девушка стоит, она держит в руках буклеты, и, наверное, вот эти в этих буклетах сейчас я. Здравствуйте, вы в Перекресток приглашаете? Да. Спасибо. Вот здесь вход, да? Ну вот, получил буклет. И Наташа сейчас будет заходить, и я вместе с ней. Наташа, на, возьми. Ну, все так же. Корзины только, конечно, такие хозяйские, большие. А, их можно катать? Ага. Отлично, да. Ну, будем смотреть, что здесь есть. Все в желтых ценниках. Сейчас Наташа будет своим зорким взглядом смотреть, где подешевле. Ну, я цены не показываю. Так, только внешний вид магазина. Наташа нашла что-то новенькое, просто сметана из Московской области. Ну, Наташа не находит здесь ничего особенного, все то же самое. Вот мне то и дело слышится фраза. Вообще в магазине так жарковато, а вот в витрине с тортиками там холодно, прямо вот дует. Это хорошо. Ну вот путаница есть и здесь, то есть мы ищем вот по цене вот Яшкина, а ценник его вот по 39 рублей здесь стоит, вот под этими, на самом деле вот эти вот по 39. Ну это во всех магазинах так вот дуют нашего брата. Ну везде встречается вот эта надпись просто. Ну и просто сушки 39 рублей 90 копеек. Вот. Тут тоже просто. Все просто. Наташа вспомнила, что такой вот мармелад мы брали в Чите. Это кофе. Вот Наташа говорит, что было заявлено в рекламе Nescafé крем. Но его тут нет. Thank you.
посмотрим, сколько этот чай у нас стоит. ₽17.89. Все, наш визит закончен. Рассчитываемся. Новые светяшки на Шевченко создают уже предновогоднее зимнее настроение.